Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити і вітати в нашій студії нашого друга, юриста Ігоря Шеврова. Ігоре, вітаю вас. Говоримо сьогодні про майбутній локдаун, який, скоріш за все, неминучі. Говоримо про наслідки карантину вихідного дня, на зміну якому приходить, локдаун. Що буде, як захищені наші громадяни з точки зору законодавства, права. Чи зверталися останні тижні до вас наші співвітчизники з таким питанням, що, мовляв, я бізнесмен, десь повинен сплачувати штраф. Як взагалі юристи дивляться на всю цю ситуацію з пандемією? Тому що я знаю, що це зовсім інша точка зору, не протилежна, а по-іншому дивляться. Ігор, розкройте нам таємницю, будь ласка. Как ни для кого не секрет, достаточно консервативно, в принципе, настроен был и сейчас настроен к карантинным ограничениям, которые вводят в нашей стране, которые уже действуют, учитывая то, что правительство не помогает бизнесу бороться с потерями экономическими. И, по сути, правительство показывает своими действиями, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. После последнего карантина выходного дня действительно увеличился поток, кардинально увеличился с админпротоколами, которые касаются именно заведений и предприятий, которые так или иначе каким-то чудом работали в карантин выходного дня. Таких протоколов было составлено действительно много. Какие-то из них, собственно, неоспоримые, какие-то оспоримые, потому что представители правоохранительных органов немножко злоупотребляли своими действиями, как на меня в некоторых случаях. То есть заходили на предприятие, говорили, вы работаете, хотя по факту предприятия не работали. Я хочу обратить внимание, что вот новая статья, вот эта 44-3, касалась именно приема посетителей. То есть, условно, были предприятия, которые не вели прием, но там был или собственник, например, который что-то делал там у себя в магазинчике или в конторе. И таким образом был оштрафован просто потому, что в субботу, в воскресенье находился просто на рабочем месте. Это является несправедливым, по-моему, и незаконным. Суд покажет, как говорится. То будут судовые заседания конечно, с этого привода? Конечно, будут любые протоколы, которые касаются карантина выходного дня, они должны будут пройти через судебное заседание, и суд должен будет установить вину лица или его невиновность. Что касается заведений, которые работали, принимали посетителей, тут тяжело бороться с этим, потому что по факту они работали, мы не можем на черное сказать белое. Закон суров – это закон. Если мы говорим про судові засідання, ймовірність того, що рішення буде прийнято на користь підприємця чи бізнесмена, є така взагалі ймовірність? І на що претендує в такому таким чином підприємець, якого там образив правоохоронець? Якщо протокол дійсно, так скажемо, незаконний і суд сочтет наши аргументы здравыми, а в ряде случаев я уверен, что так и будет, соответственно, административное производство будет закрыто. И в таком случае, если предприниматель понес какие-то убытки, и мы сможем их доказать, то мы можем претендовать на возмещение материально-морального вреда через незаконное привлечение к административной ответственности. Верховный суд про это, кстати, много говорит, и есть достаточно много дел, которые касаются не карантина, а в принципе незаконного привлечения к админответственности, которые удерживались, и люди действительно получали компенсацию. Но сейчас не о том. Все-таки локдаун – это немножко другая история, и карантин как таковой. У нас существуют две реальности, я так смотрю. Реальность, которую показывают нам официально, и вторую, я, по крайней мере, ее черпаю из постов Кати Нажевниковой. На інших планетах, на різних планетах ми живемо з можновладцями, здається. Абсолютно, абсолютно согласен, учитывая то, що в реальності Міністерства охорони здоров'я, то все вроде бы так нормально, і здержаний оптимізм, і, соответственно, ті пости в соцсетях, які є, вони повергають шок, і, несмотря на то, що
на сегодняшний день правительство ничего по факту не делает, чтобы компенсировать тот ущерб экономике, который есть, а экономика наша состоит из сотен маленьких предприятий, средних предприятий, которые терпят убытки так или иначе, потому что они там или работать не могут, или потеряли или теряют рынок из-за пандемии. Так или, то есть мы понимаем, что в декабрь это самый жирный месяц, например, для общепита. Где Дуватерик, может, для когось, есть такие. Да, и мы понимаем, что предприятия, они смогут работать не потому, что там, они не конкурентоспособны, не потому, что у них какие-то проблемы там, внутренние, а потому, что просто у них нет возможности получать прибыль, соответственно, нет возможности обеспечивать своих работников, следовательно, нет возможности платить налоги. Это как снежный ком, накапливается. Я хочу так прорекламировать немного от себя, сказать, что наша юридическая команда разработала законопроект для поддержки малого бизнеса. Он уже подан в Верховную Раду некоторыми одесскими народными депутатами. То есть я считаю, что каждый должен носить свой посильный вклад в поддержку каждого гражданина в этот сложный период. Любую поддержку на самом деле, потому что мы понимаем, что, опять же, дело рук спасения утопающих, дело рук самих утопающих, как показывает практика. А как же инициатива президента щодо 8 тысяч гривень? Ну, я бачив и чув точки зору, эксперты скептично до цього ставляться, мовляв, а як же допомога лікарям, яку вони вже не можуть отримати кілька місяців, хоча обіцяли вже там навесні, а як же допомога викладачам, вчителям? Це теж слушне питання, але є побоювання, що навіть ті 8 тисяч, які пообіцяв гарант, вони поки будуть йти до кишень і до там, банківських карток, банківських рахунків наших підприємців, вони десь загубляться, чи потрібно їх буде чекати стільки, скільки у нас чекають лікарі цих надбавок золотых. Я на сегодняшний день не видел законопроекта, который касается президентского законопроекта, поэтому тяжело комментировать то, чего на сегодняшний день не внесено в Верховную Раду, насколько я знаю. Насколько то видеоблог есть, закона нема. А после видеоблога еще ничего. Да, как, насколько я понимаю, Давид Рахамия сказал, что мы должны рассмотреть эти законопроекты в ближайшие там, две недели, но... Сейчас всплывает. Да, когда они поступят, тогда можно будет их комментировать. Любая инициатива, которая поможет предпринимателям выжить, она заслуживает на внимание и должна быть принята так или иначе. Потому что то, что сейчас существует, это мы отберем у вас работу, но вы можете взять кредит под 5-7-9%. Это немножко издевательски. Я считаю, что в любом случае любая помощь должна быть принята. И если государство может обеспечить хоть небольшой помощью, оно должно его дать. Потому что на сегодняшний день мы не имеем ничего. Я имею в виду предпринимателя. А як повинна відбуватися ця допомога ось щодо того законопроекту, який ваші колеги представляють? Алгоритм, розкажіть, будь ласка. Наш законопроект предполагає налогові льготи для представителей малого бізнесу, тобто ми просимо освободити всі ФОПи від налогообложення, ну, в даному випадку єдиного налогу і ЄСВН на період іменно локдауна. І освободити від налогообложення зарплаты работников, которые составляют минимальную заработную плату. То есть это то, что бюджет сможет выдержать раз, те потери, которые бюджет сможет выдержать, и это те небольшие крохи, которые так или иначе могут помочь предпринимателям то есть выжить. Таким образом, ничего не надо давать, просто мы не забираем у людей. Я не понимаю, почему такие инициативы не были приняты раньше. Ну, поживем, увидим, как Верховная Рада распорядится по этому поводу. Плюс немаловажно, я вчера смотрел, увидел один сюжет в Фейсбуке о том, как, ну, во-первых, сначала прочитал пост Кати Нажевниковой о том, что осталось, у нас практически не осталось свободных мест в Одессе, и после этого увидел видеоролик о том, как молодые люди развлекаются на Приморском бульваре, музыка, танцы, отсутствие социальной дистанции, отсутствие масок. А еще новорічну ялинку мэрия анонсувала побудувати, це я взагалі не розумію.
дійсно на різних планетах живемо. І ще сьогодні пан мер, відверто кажучи, наїхав на волонтерів, які займаються гідною справою. А чому в такій тональності розмовляти з цими людьми? Це велике питання. Питання виховання чи етики? В даному випадку, то есть, якщо коментувати ініціативу, я хочу звернутися до класики, як не треба давати совети, допомогайте матеріально. Так. Це важливе уточнення, але все ж таки, якщо, так, ми говоримо вже не якщо, вже це питання вирішено, питання локдауну, там йде на момент нашого першого ефіру, ще радяться щодо дат, все ж таки, чи є позитивні якісь там моменти у локдауну? Там дійсно є ймовірність, що ситуація покращиться, ну, по крайній мірі, в цифрах, в статистиці, яку ми кожного ранку отримуємо. А я вважаю, що це статистика, во-первых, як це є ложь, велика ложь, а є статистика. Що ця статистика абсолютно не відображає реальну картину. Чому? Нам дают статистику только что касается количества тестов и количества зараженных. То есть здесь не отображается, сколько раз один человек сделал тестов. Считается ли здесь количество людей, которые там, ну, больные, но делают несколько тестов. То есть для того, чтобы статистика была правильной, так скажем, нужно понимать персонально, сколько человек один делает тестов, сколько больной делает тестов, сколько ему делают тестов. Таким образом, то есть надо, чтобы был реестр людей, которые делают тесты, которым сделали тесты, чтобы мы могли понимать, сколько тестов приходится на одного человека. Потому что я считаю, что я знаю людей, которые делают по 2, 3, 4 теста. Я сам там в период с августа по ноябрь сделал 5 или 6 тестов. То есть, соответственно, одного человека, который, ну, отрицательные тесты, соответственно, 5 отрицательных тестов. Они же все равно учитываются в статистике, наверное, так или иначе. Поэтому я считаю, что данная статистика некорректна. Плюс ко всему, мы знаем, что ПЦР-тесты не делаются на следующий день. То есть там проходит 2 или 3 дня перед этим. То есть мы видим картину, я подозреваю, там не вчерашнюю, а, например, там пятничную. Вот сегодня там мы увидели пятничную картину. У меня есть такое предположение тоже. Ну, отсюда вопрос, а какие цифры на самом деле мы имеем? Соотносятся ли эти цифры с количеством людей, которые находятся в больницах? Соответствуют ли эти цифры тем цифрам, сколько людей выздоровело, сколько людей находится не на стационаре, а просто дома? То есть есть ли какая-то погрешность на количество людей, которые просто находятся дома, и у них есть симптомы, но они не делали тесты? Вот у меня много знакомых, у которых были аналогичные симптомы, они просто не делали тесты, потому что говорили, что... А это поможет? И что это изменит? Отже, якщо немає довіри до цифр, тоді і є недовіра, м'яко кажучи, і до такого терміну, як локдаун на 3 тижні чи 2. Ну, опять же, то есть, у меня есть доверие. То есть, зачем вводят локдаун на самом деле, если так говорим? Для того, чтобы все одновременно не пришли в больницу и просто больница не стала. Очень важная цифра, о которой говорит постоянно Максим Степанов тоже, сколько медиков заболело. Мы же понимаем, что у нас там есть боликойки, кислородные концентраторы, еще там другие вещи, которые нужны для обслуживания больниц. Но мы знаем, что медики тоже не вечные, это тоже люди, которые болеют. И чтобы у нас не было такой ситуации, что мы пришли в больницу, а там никого кроме больных нет. Это тоже ситуация недопустимая, и именно для того, чтобы эта ситуация не пришла к этой точке, нужно вводить локдаун, чтобы разорвать вот эту цепь, то есть уменьшить количество людей, которые могут прийти в больницу. Именно для этого вводятся вот жесткие ограничения, и это правильно. Ну, то есть если почитать сайт Всемирной организации здравоохранения, там очень четко на самом деле пишется еще в начале, в марте, когда все только начиналось, то есть мы изучали этот вопрос, потому что как вести себя в офисе, то есть помогают маски, не помогают маски, антисептики и все такое. Плюс ко всему мы видим опыт Китая, которые ввели жесточайшие ограничения и которые достаточно быстро победили
эту болезнь. У нас есть, мы работаем с адвокатами из Уханя по одному уголовному делу, и то есть мы получали информацию прямо из эпицентра событий, так сказать. То есть у них сейчас все хорошо уже. Тобто життя повернулося абсолютно в тому вигляді, яким воно було, чи все ж таки ця ситуація, вона чомусь, ну, навчила, ну, я не маю на увазі там громадян лише там Китайської Народної Республіки, а взагалі, тому що я бачу так, що пандемія, вона не лишить нас такими, якими ми були до березня 2020 року. Я знаю людей. Я скажу таку конспірологічну теорію, ну, таку глобальну. От раніше були войны, которые приводили к определенным экономическим последствиям. Являются ли последствия от коронавируса, от глобальной такой пандемии, сопоставимыми по ущербу с какой-нибудь мировой войной, ну, экономически именно. То есть я подозреваю, что, возможно, такими способами ряд правительств списывает свои долги и занимается просто перестройкой экономики. Просто это, скажем так, более гуманный способ. Но я думаю, что на это ответят историки и экономисты уже, когда все закончится. Ну, цікава точка зору. Я все ж таки мав на увазі більше те, що люди, ну, не зможуть далі вільно себе почувати на якихось масових заходах. Будуть інакше сприймати там заповнений транспорт громадський. Раз в п'ять подумають перед тим, як йти до ресторану на там вечірку, чи не йти. Тобто навіть такі побутові невеличкі речі, вони, ну, досить такі сильно вплинуть на життя людей. Я уверен в этом повністю. Ми вже скоро пойдет второй год, когда будем носить маски постоянно. Носить с собой маску. Вместо денег в зимней куртке будем находить маски, опять же. А вместо рукопожатий, что там несколько, там, 2000 лет являлось жестом приветствия, мы уже используем другие жесты. У нас поменялись за это время привычки. Мы понимаем, что многие офисы не вернутся к привычной жизни, потому что это просто удобно. Только сегодня мы проводили большое заседание там общественного совета при государственной таможенной службе в Zoom, и это оказалось очень даже неплохо. Вместо того, чтобы съезжаться в Киев с разных уголков страны, тратить два дня, оказалось, что это достаточно удобно. Так что, ну, многие судебные заседания тоже мы проводим в режиме видеоконференции, что опять же удобно, и нет смысла возвращаться к привычному способом его проведения, ну, опять же, в силу удобства и экономии. Более того, вот мы сегодня говорили с моим коллегой, из Италии. Вот у них, они сейчас поехали в Швейцарию, там недалеко совсем. И на сегодняшний день, то есть люди продолжают соблюдать карантинные ограничения, несмотря на то, что, то есть никто там, то есть они не знают людей, которые заболели. Так или иначе. То есть это стало привычным образом жизни. Посмотрим, что будет с открытием границ. Нам говорили про безвизовый режим, но по факту у нас сейчас замечательный, то есть визовый режим фактически. Потому что мы не можем поехать там ни в Евросоюз. И мы видим, что в принципе и деловой туризм, и туризм такой, он поставлен на стоп. И мы понимаем, мы обращаемся к нашей родной стране и видим, что у нас на самом деле очень много прекрасных мест для отдыха. Эта ситуация позволяет нам создавать рабочие места внутри страны, а не думать о переезде с целью трудовой миграции. Что, кстати, должно побуждать правительство создавать достойные условия для бизнеса, для предприятий, чтобы, так сказать, заохочивать создание рабочих мест. Потому что именно от экономической и политики в сфере труда зависит тоже благосостояние населения. То есть эта ситуация нас подтолкнула к тому, что хорошо там, где мы есть. И именно от нас зависит, что мы можем создать эти условия, чтобы нам здесь было хорошо, комфортно и безопасно.
Цікава точка зору. Ми продовжуємо стежити взагалі за пандемією, вона і не думає завершуватися. А ми не думаємо завершувати і обговорювати. Дякую Ігорю Шоворову. Успіхів вам і головне, бувайте здорові. Також бажаю здоров'я нашим телеглядачам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.